Меня зовут Борисова Наталья, и я представляю проект «Спринтер». Мы производители протеинного 3D-печенья. Проблемы, существующие на рынке. Люди любят мучное и сладкое. Но, как вы знаете, сладкое вредно, мучное полнит. Поэтому потребители сейчас либо покупают нездоровые сладости, либо выбирают продукты ЗОЖ и жертвуют своим удовольствием. Предложения, которые существуют на рынке, это полезные батончики. Они полезны, но это продукт эмоционально плоский, с однородной текстурой. Он не несет того чувственного наслаждения, которое дарит многослойное пирожное. Поэтому мы изобрели печенье-пирожное. Без муки, без сахара, яиц, молока, красителей и консервантов. Потребители уже выбирают спринтер, потому что мы сочетаем удовольствие, пользу и спорт. Всего одно печенье «Спринтер» — это полноценный завтрак или полезный перекус. Он дарит энергию на 3-4 часа и не вызывает сонливости. Плюс удобство — это тортик, который можно положить в карман. Мы получаем множество благодарных отзывов от наших клиентов. Они говорят, что это безумно вкусно, натурально, полезно, и они хотят есть наше печенье каждый день. Рынок ЗОЖ в России оценивается сейчас 900 миллиардов рублей. Рынок, достижимый в рамках нашей бизнес-модели, 500 миллиардов. Каналы сбыта – это сети, магазины, фитнес-клубы, кафе и так далее. Наша аудитория по опыту – это люди от 15 до 45 лет, средний чек B2B в месяц – 42 тысячи рублей. Наши конкуренты. Основной конкурент – это Байт. Их планируемый оборот в этом году составляет 1,3 миллиарда рублей. Также это батончики Raw Life, Бионова и снеки марки Фиса. Наше конкурентное преимущество. Продукт не имеет аналогов, сочетает эмоциональную составляющую, пользу и уникальный состав. Мы достигнем успеха, потому что попадаем сразу в несколько трендов. Рост популярности ЗОЖ, социальная ответственность, подлинность и открытость. Текущая стадия проекта. У нас своя пекарня, производим 6 вкусов. Продажи печенья стартовали с марта этого года, а в августе мы победили в проекте «Я сам» от Сбербанка. Кроме печенья «Спринтер» мы продаем европейские протеинные сиропы под собственным брендом «White Sun». Наш оборот за прошлый год составил 4,7 миллиона рублей. Наш план через 4 года выйти на оборот 500 миллиардов, а глобальная цель достигнуть оборота в 1 миллиард и выйти на мировые рынки. Команда проекта. Бодвинко Татьяна, эксперт по продукту. Все рецепты ее разработка. Я 6 лет занималась эксклюзивной дистрибуцией и оптовыми продажами. Сейчас нам нужны инвестиции. 10 миллионов на оборудование для пекарни и маркетинг. Мы ищем финансирование на 24 месяца. Возврат средств будем осуществлять через год равным платежом. К концу второго года вернем 10 миллионов, к концу четвертого года вернем в сумме 30. Рынок ЗОЖ сейчас не заполнен. Крупных игроков пока мало, а маленькие компании боятся стать большими. Самое время рвануть вперед. Наша цель – выйти на объемочек «Апай Сникерс». И если вы готовы делать это вместе с нами, добро пожаловать в «Спринтер». Наши контакты на экране, переходите по QR-коду на наш сайт. Будем рады сотрудничать с вами. Спасибо! Ура! Шикарный проект, отличный питч. И, кстати, друзья, вот здесь вот специально такое вот сделано «Спринтер печенье», стартап-шоу. Я так понимаю, что сегодня все получат его в подарок. Да. Друзья, сегодня все из вас получат попробовать себе лично. А, у вас есть, да? Вот я уже лежит уже. Вот, да, это да, оно. Это оно, друзья. Да. У нас сюрприз для Ивана. Мы разработали специально вкус стартап-шоу. Да. Вот это он? Да, это он, Иван, откройте. Там у всех у вас есть кокос плюс смородина. Мы подбирали прям цвета. Стартап-шоу белый и вот фиолетовый. То есть такой дерзкий, яркий вкус, вкус мечты. Вкус стартап-шоу. Супер, вот. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, кто будет пичиться, вот отличный пример, как надо пичиться.